С тяжелой травмой сердца ехал я на своей кибернетической биолошади. Мне мир казался никаким. Я яблоко кусал и грустно плакал, а черти вокруг прыгали, как суки. Вдруг впереди промаячили две девочки, очень похожие на три девочки. Что за ядреный горох творится вокруг? Семь енотов в сарафане, спросил мой здоровый внутренний хор. А по небу ползала всякая птица, и также светило иностранное солнце. И меня обуяла гордость за мою кибернетическую биолошадь. Я обнял ее и сказал: «Коняга, бедная коняга, наш мир, увы, такая шняга, что хочется стать древнерусским поэтом и целоваться на каждом углу с первой попавшейся дурой».